Сикелак. На библейский мотив из первой книги Царств, 30 глава, с 1 по 9 стих. Давид уходил на сражение далеко и возвращался домой в Сикелак. Ждала семья, и в службе нелегкой он находил мир, покой, Бог был благ. Но вот однажды вернулся он с войском и так мечтал от боев отдохнуть. Но его ждала беда, неустройство, город сожженный, ужас и жуть. Жен и детишек увел беспощадный, лютый, не знающий милости враг. Дымом и пеплом, мукою адской, горем встречал их тот день Сикелак. Страшное горе стрелою вонзилось в каждого воина, криком кричит. Даже друзья в беде обозлились, так что Давида смогли бы убить. Но не сломило Давида несчастье, он взял ефод и в надежде стоит. Знает Давид, больше Бога нет власти. Бог, помоги, подскажи, как мне быть. Встань и преследуй врага, слышит Бога. Ты победишь и добычу возьмешь. Только спеши и не мешкай в дороге, жен и детишек от рабства спасешь. Будто бы силы влились в его жилы, возгласом мощным он войско поднял, и за жестоким врагом, что есть силы, он на конях во весь дух поскакал. Бог дал всем силы, и все так устроил, что и достигнут, и бит был тот враг, что смог вернуть все, добычу удвоил, жен и детишек привел в Сикелак. Нет тех людей, и врагов тех нет ныне, но слово к нам до сих пор говорит: встань и преследуй врага, все отнимешь, сам Бог поможет, и он победит. Не поддавайся отчаянию, Бог жив, не заливай свои раны вином. Богу отдай управление вожжи, пусть он ведет и пусть крестит огнем. Бога проверишь, и после победы сможешь уверенность приобрести, сможешь победно жить и все свои беды в мире достойно, используя, снести.